Из карандашей для глаз у меня всего три карандаша, и все они из серии Giordani Gold. Это голубой, серый и зеленый оттенок. То есть они все идут с растушевщиками. Взяла их совсем недавно, но я взяла уже второй раз их. Раньше они у меня были, эти карандаши. Они очень-очень мягкие. Это и плюс, и минус. Почему? Потому что плюс — это то, что они очень хорошо наносятся, а минус — это то, что они, вот если сегодня жарко, например, на улице, лето, да, они плохо держат форму. Поэтому при затачивании приходится иногда вот часть карандаша как-то стачивать. Вот это вот мне не очень понравилось. Поэтому вот эти три карандаша я, в принципе, их беру, но вот с оговорочкой небольшой, что их использовать нужно в прохладное время года или, может быть, даже хранить в холодильнике. Так, для глаз туши. Вот у меня их несколько штук, причем все разных серий. И кроме туши, вот у меня еще есть одна подводочка. Морской бриз, по-моему, она называется, серии Верими. Очень классно, это летний вариант подводки. Код у нее 24960. Она очень красивая, сейчас я вам ее покажу. Вот, посмотрите, видите, немножко на пальчик намазала. Вот такого голубого оттенка. Вот она идет с такими немножко золотистыми, зеленоватыми частицами. То есть вот эта подводка мне очень-очень нравится. Я иногда ее использую в летнем варианте макияжа. Ну и вот поговорим про туши.